Всем привет! Сегодня мы будем устанавливать библиотеку под названием Forge от версии 1.5.2 до версии 1.8.9. Данная библиотека предназначена для дальнейшего установки модов на Minecraft. Итак, выбираем по ссылочке под видео нужную вам версию, скачиваем ее, нажимаем правой кнопки мыши, выбираем открыть с помощью Java. Дожидаемся. Видим, выходит такое окошечко. Нажимаем ОК. Все, видим, успешно установлен для версии 1.8.8. Нажимаем ОК. Данная библиотека предназначена для того, чтобы в дальнейшем устанавливать моды. То есть Forge — это основная библиотека для большинства модов для Minecraft. Всем пока, подписывайтесь на мой канал, ставьте классы. В дальнейшем я буду снимать видеоролики с модами и также выкладывать с обзорами и ссылки для скачивания модов. Всем пока!